И мы ожидаем в этом году 7500 зрителей. Вот это примерно на 2500 больше, чем в прошлом году. А для зимнего фестиваля, который проходит не в большом там городе, население сколько? 15 тысяч. Население, 7500 зрителей фестиваля, это очень хороший показатель для именно туристического события, для событийного туризма и, в частности, республики. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности.